Около 160 детей собрались со всего Забайкальского края на форум «Слет» волонтерских отрядов «Молодое поколение. Будущее за нами». В программе «Слета» учебные, игровые и творческие мероприятия. Ребята примут участие в «Спартакиаде», квест-игре «Пираты Карибского моря», конно-спортивной площадке «Дети ветра». Вечером всех ждет дискотека и конкурс гитарной песни у костра. В прошлом году, также, как уже сказала моя коллега, мы участвовали в краевом слете, где показали неплохие результаты. Нам дали достаточно большие призы, ценные призы, награды, грамоты, сертификаты. Творческая часть у нас также развита, поскольку большинство из нас творческие все ребята. Кто-то рисует, кто-то танцует, кто-то поет. На этом форуме мы приготовили две песни и даже два танца. В форуме принимают участие волонтерские отряды, учреждения культуры из различных районов Забайкальского края, а также студенты. Сегодня мы рассказываем не только про волонтерство, а в принципе про проектирование. Но сейчас наша данная площадка направлена именно на тему волонтер. То есть нам было очень интересно рассказать ребятам, кто такие волонтеры, чем они занимаются, почему именно актуальна именно сейчас эта деятельность. То есть раскрыть само понятие, помочь ребятам в этом. По словам участников форума, для них самое главное – это не победа и подарки, а обмен опытом. У каждого отряда есть свои особенные интересные проекты, которыми ребята готовы делиться. Юлия Сидельникова, Владимир Николаев, ЗАБ ТВ.